работает Найш Сталь. Рыжов. Кобелев. Бросок. Гол. Гол. Вот прекрасная шайба с точки зрения реализации командной игры. Все начал Константин Рыжов. Отдал шайбу на Скобелева. Скобелев мог сам бросать, то партнер находится в более выгодной ситуации. Давайте посмотрим. Рыжов там еще страховал. Давайте смотрим. Вот Скобелев. Рыжов страхует. Ну что, кепки на лед, хет-трик. Александр Беляев.